Всем большой привет! С вами Blindly Highrise и добро пожаловать на мой YouTube канал. И в честь выхода нового граба Beloved я решила покрутить его 10 раз. Итак, начинаю я крутить сразу с десятки, не мелочусь, выпадает рарка. Смотрим, топ. Окей, хорошая вещь. Далее мне выпадает плед, тоже неплохо. Платье черное, неплохо, очень хорошее платье. Можно, в принципе, я думаю, будет продать довольно-таки дорого. На данный момент оно 100 голд в хэштегах. О, а эту кофту я очень хотела. Она такая милая. Посмотрите на эти оттенки голубого и розового. Мне точно подойдет, и я ее точно буду носить. Так, что же мне выпадает далее? Снова плед, но мы не расстраиваемся, потому что все это можно будет продать. А здесь мне уже выпадают такие штанишки на мальчика. О, эта сумка очень милая, ее я тоже очень сильно хотела. А вот эти каблуки, к сожалению, я носить не буду, не в моем стиле. Ну, и снова повторка пледа. О, а эти кеды неплохие, и вот такие крутки у меня получились. Хочу подвести итоги. В принципе, граб неплохой, но от своих прокруток я ожидала все-таки побольшего. Хотелось получить хотя бы один эпик. Все-таки 10 раз покрутила, а не один. Ну да ладно. И этим круткам я очень рада. Посмотрите, какие прекрасные вещи мне выпали. И всего ничего повторок. Только 2 штуки одного пледа. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, если тебе не трудно, напиши в комментариях свое мнение по поводу этого видео. Что улучшить, а что очень хорошо у меня получается. Ведь это мой самый первый ролик. Спасибо большое.